Операция «Засада» проводится с целью выявить нарушителей, которые выбрасывают крупногабаритный мусор. Раз в неделю специалисты управления ЖКХ муниципальной администрации, сотрудники Госатомтехнадзора и полиции отслеживают тех, кто, вопреки закону, оставляет на контейнерных площадках ненужную мебель и строительный мусор. Так, в последнем рейде было выявлено 4 нарушителя. Трое хотели выбросить мусор на улице Черняховского и один человек на первом Калиновском проезде. Каждый был оштрафован на 5000 рублей. С 1 января 2019 года в частном секторе существует тариф 6 рублей 35 копеек, в который не входит крупногабаритный мусор. И жители, прежде чем выкинуть диван, холодильник, строительные материалы, доски, они должны заказать бункер. Они не могут просто прийти и положить это на контейнерную площадку. Для жителей многоквартирных домов немного другие правила, так как в тарифе уже заложен вывоз крупногабаритного мусора. На контейнерную площадку они могут вынести холодильник, диван, старую мебель. Но строительный мусор на контейнерную площадку они не могут вынести. Для строительного мусора необходимо заказать бункер либо своей управляющей компании, либо у регионального оператора напрямую. В администрации муниципалитета предупреждают, операция «Засада» будет проводиться регулярно. Всем нарушителям будут выписаны штрафы.